Всем привет! На канале «Делай деньги» только что стартанул новенький проект с популярным быстрым маркетингом. Процентная ставка зависит здесь плавающая от суммы вашего вложения. Депозиты работают 60 дней, приносят, соответственно, доход очень неплохой за время работы депозита. Значит, здесь есть бонус, я уже снимал. Каждые сутки нужно активировать аккаунт, и каждые сутки можно снимать по рублю. Вот я получил сумму вклада 1 рубль бонусных. И за 60 дней будет 2 рубля. Но через сутки я смогу снять еще 1 рубль, то есть сумма будет добавляться, и, соответственно, вклад будет расти. Значит, депозиты 60 дней работают. Вот здесь вот есть калькулятор доходности. Вот если вложить 5000, ставка будет 120 в месяц, окупаемость 25 дней. И вот доход 200 рублей в день и 12 тысяч за 60 дней, то есть 120%. Если ввести 1000 рублей, то мы видим, что ставка идет 104%, то есть немножко меньше. И все равно за 60 дней больше, чем в 2 раза доход увеличивается. Ну, соответственно, сумму можно менять. Чем меньше сумма, тем меньше процентная ставка. Если сумма больше, ставка будет гораздо больше. Вот, она легко меняется, видно, что. И здесь есть ползунок доходности. Вот так можно туда-сюда. Вот мы видим, что ставочка меняется. Чем больше депозит, тем больше ставочка. Ну, минимальное это умножить вот 1 рубль умножается за 60 дней в 2 раза, то есть плюс 100% сверху. Вот такой вот, если 10 рублей набрать, то будет то же самое, 20 рублей за 60 дней. Если 100 рублей, то же самое. Если, например, 500 рублей, так, 150, вернее, рублей, то будет уже чуть-чуть больше. Ну, примерно вот такой подход к этому проекту. Тут все вот можно попробовать понабирать суммы, и расчет дохода будет виден. Что здесь очень хорошо, что в разделе пополнения огромное количество платежных систем. Это действительно очень удобно. Есть Kiwi популярный, Perfect Money, YouMoney, карточки банковские. Вот, очень даже неплохо. Это, да, действительно, администрация данного проекта очень хорошо подготовилась к этому проекту. Выплаты. Выплаты тоже, кстати, устанавливаете кошельки, либо номера карточек, номера кошельков, и туда будете получать выплаты. Но я пока только установил карточку. Ой, Pair. Можно также карточки установить. Ну, смотрите, здесь вот на Pair от 1 рубля, дальше чуть больше. Карточки Perfect Money и так далее. Немножко больше сумма должна быть на выплату Kiwi от 100 рублей. То есть только на Pair можно выплатить от 1 рубля. Ну, как бы Pair самый популярный для таких проектов. В настройках, кстати, тоже указать можно все. Реферальная программа, моя любимая. Я в основном зарабатываю на реферальной программе, чего и вам советую. Реферальную ссылочку всегда можно разместить в социальных сетях, форумах, серфингах и так далее. Особенно в социальных сетях. Смотрите, очень хорошо люди идут в такие проекты. Это без вложений можно делать абсолютно полностью ваш доход, без всяких вложений. Как написано, вот, халява. Так, что здесь пишут? Партнерская программа, возможность получить пассивный заработок. 5% от пополнений. Смотрите, как здесь очень разносторонне и очень даже хорошо. 5% от выплат партнеров. То есть фактически постоянно будем получать начисления. Ну, так что чем больше рефералов, тем в любом случае выгодно. И 5% от каждого получения бонуса. То есть вот каждые сутки бонус снимается, и 5% вам еще на депозит добавляется. Здесь заглушек нет в этом проекте, в этой игре, поэтому можно выплачивать, зарабатывая неплохо даже на реферальной программе и на бонусах. Поэтому это можно делать без вложений. Ну, кто хочет вкладывать, вот здесь калькулятор доходности. Для вкладчиков
Для инвесторов помните, что получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков. Не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять. Ссылочка на данный проект будет под видео в описании. Также под видео в описании будет ссылочка на мой мониторинг телеграм-канал. Подписывайтесь, там я публикую гораздо больше проектов, чем на YouTube-канале. Соберем все самые лучшие проекты для вас в телеграм-мониторе. Всем удачных заработков, следите за анонсами на моем канале и на телеграм-канале. Всем удачи, всем пока!